Равенство на дорогах будет тогда, когда люди будут соблюдать законы, когда у них будет этика, когда они будут понимать, что другой тоже гражданин, но неважно, какого он чина и звания, что он также хочет куда-то попасть или куда-то приехать. Поэтому нужно учитывать это и относиться друг к другу с уважением, пропускать женщин, не грубить на дорогах, вести себя в рамках тех законов, которые придуманы не нами, а мировой историей дорожного транспорта.